два, три, наша елочка горит! Под аплодисменты горожан главная елка города засияла праздничными огнями. Волонтерское объединение «Капитошки» и учащиеся лицеи подготовили сказочное представление. По сценарию елка очень сильно замерзла, и чтобы помочь ей согреться, дружная команда снеговиков вместе с юными электрогорцами отправилась в удивительное путешествие. Их ждала встреча с Бабой Ягой, злыми и добрыми волшебниками, музыка, танцы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Именно их магия помогла согреть елку и раскрасить ее огнями. Хочется узнать, сегодня 1 декабря, первый месяц зимы. Как у вас настроение? Офигенно. Отличное. Елку-то еще не нарядили дома? Нет, пока что. Зато я комнату к Новому году украсила. Как украсила, рассказывай. Повесила на стену гирлянду с шишечками и шарики по всей комнате новогодние. Вот сегодня у нас праздник такой, как с кем пришли сюда? С кем? С одноклассниками. С одноклассниками, я и с папой. А в Деда Мороза верите? Да. Подарки загадывать будете ему? Да. Наверное. А после того, как новогодняя красавица засияла разноцветными гирляндами, снеговики зарядились волшебными огоньками и дарили это чудо ребятам. Также предновогодние огни загорелись на елках городского парка и у Дома культуры. В этом зимнем сезоне в рамках проекта «Зима в Подмосковье» проведут десятки мероприятий. В городе пройдут новогодние утренники, интерактивные игровые программы, мастер-классы, викторины с играми и конкурсами, представления у елки. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, исполнения ваших мечт и желаний. Еще раз вместе с дедушкой поздравляю всех с наступлением зимы, также с наступающим уже, можно сказать, Новым годом. Обязательно загадывайте желания 31 декабря каждому из вас, независимо от вашего возраста, мы обязательно принесем подарок. Ждите. Вы также можете отправить письма Деду Морозу через специальный почтовый ящик. Мы всегда прочтем ваши послания для того, чтобы поздравить вас с Новым годом. До Нового года осталось менее 30 дней. Начинаем обратный отсчет.